Как сообщил менеджер проекта строительства бизнес-центра на месте сгоревшего здания Генпрокуратуры Нурбек Булатбеков, мэрия предоставила землю в аренду на 5 лет частной фирме. Компания провела конкурс эскизных проектов. Современный административный комплекс будет площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. В бизнес-центре более 25 этажей будут располагаться офисы, коммерческие объекты. Булатбеков добавил, что документы эскизного проекта скоро будут внесены на рассмотрение Бишкек глав архитектуры.